Также состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с председателем Национального банка Данияром Акишевым. Перед тем, как заслушать доклад председателя Национального банка, Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев с 25-летним юбилеем национальной валюты тенге. Председатель Национального банка проинформировал о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и основных показателях экономического развития страны. Кроме того, президент Казахстана был проинформирован о ситуации с курсом национальной валюты. По информации председателя Национального банка, текущий уровень цен на энергоносители является приемлемым, что позволяет обеспечивать стабильность обменного курса. Акишев также доложил о состоянии золотовалютных резервов страны. В частности, на конец октября золотовалютные резервы составили 29 миллиардов долларов США, а активы национальных фондов в иностранной валюте составили около 57 миллиардов долларов США. В завершение встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений. Первое – это то, что еще есть инфляционный фон в экономике, и нам надо совместно с правительством работать, потому чтобы цены не росли. Второе – это, естественно, ситуация в странах торговых партнерах. Будет ли у нас оттуда импорт инфляции? Понятно, что неопределенность на рынке есть, укрепление доллара в мире происходит, с развивающихся рынков продолжает уходить капитал –